ведь ни одна зараза не почешется, а? Нашли телефонную барышню. Алло. Кого? Нету паровоза. Я же сказала, нету. Откуда я знаю, где эта абразина шатается? Может, бомжует, может, в милицию опять попал. А может, с бабой какой-нибудь опять снюхался. Все. Из чего это всем этот паразит понадобился? Звонят, стучат. Ни сна тебе, ни покоя, ни днем, ни ночью. Зло коммунальное. Обидно же, блин. Мы же нормальные люди. Да. Говорить могли. А что ты дергаешь? А что дергаешь? Я его обмазал. Эй, мужик. Чего тебе? Сюда иди. А где Петюня? Чего? Ну иди сюда. Да. Паровозы знаешь? Ну. Потому что когда паровоз объявится, то поэтому телефон взял. Эй, ты где? Ты идешь? Да иду я, сейчас иду! Давай скорее! Петюня! Да иду! Ну тебе за смерть только посылать! Да ладно! А кто это был? Ну мужик один, ты его не знаешь. А чё хотел-то? Про паровоза спрашивал. Ту-ту! Уехал паровоз! Давай наливай, трубы горят! Понимаете, прошло уже больше 2 недель. Ну а где же вы, гражданин, раньше-то были? Я? Я был в морском круизе на Карибах. Вернулся только позавчера, и мне сразу же в офисе сообщили, что жена исчезла. 2 недели на работе не появляется. Ну а сами-то что-нибудь предпринимали? Конечно. Знакомых, подруг расспрашивал, больницы обзванивал. Больницы – это хорошо. А в моргах не интересовались? Нет. Ну и напрасно. Знаете, сколько сейчас неопознанных трупов находят? Я вот вам телефончик запишу, бюро несчастных случаев. Может, и повезет. Ничего себе повезет. Ну, я в смысле, прояснится что-нибудь? Неизвестность, она хуже всего. Я не могу. Я не переношу вида покойников. Примите заявление, а? Из квартиры что-нибудь пропало? Нет, вроде бы все на месте. Но фотографию для розыска принесли? Но я же не знал, что так сразу. Ладно, сейчас узнаю, есть кто свободный. Угу. Андрей, тут муж на жену в розыск подает. Ага. Я тогда материал регистрирую? Хорошо. Сейчас свободные ребята из убойного съездят с вами. И еще один был. Ну, Соломатин такой. Настя, помнишь Соломатина? Это серийник. Угу. Убивал безо всякого разбора. Подойдет к прохожему на улице, пырнет его ножом и уйдет. Но когда мы его взяли, он утверждал, что убивал по приказам из космоса. Да? Это как-то? Ну, как-как? А вот так. Он говорил, что у него связь с космосом, и оттуда ему поступают прямые указания, кого убить. Толь, а одни честно. Слушай, Настя, ну не вмешивайся, пожалуйста. Тут мужчины в шахматы играют. Ну, входи, Вань. Стоп. Тут мой конь стоял. Ничего здесь не стояло. Здесь стоял мой конь. Ничего здесь не стояло. Стояло. Да Вань, не стояло. Конь стоял. У него в кулаке. Двое против одного. Да? Я так и так и буду. Так. Здорово. Понятно. Есть любители покататься на машине? Ну, смотря на какой. На дежурной, Толя, на дежурной. Надо в адрес съездить к одному товарищу. Тут недалеко. Добровольцы есть? Вон Ваня пусть едет. А почему я? Потому что проиграл. Кто проиграл? Я проиграл? А кто коня моего слямзил? Ну кто слямзил? А кто? Я? А кто? А ты видел?
Ты видел? Знаете, Канат, что, давайте оба уезжайте. Пусть они оба едут. Они... А я работать хочу, они мне мешают. Хватит, все. Очень давайте, мудрое поехали. Решение. Женщина, как всегда, права. Угу. Оба. Оба. Прошу. Хорошая дверь. Крепкая. Фирма Лок, последняя модель. Ага. Так, замок тоже фирменный. Не тронут. Следов взлома нет. Да, кстати, Вань, ты участкового вызвал? Да, обещал подойти. Ага. Проходите. Угу. Пожалуйста. Шуба на месте. Ага. Скажите, а ваша жена одна шуба? Еще дубленка. Вот она на месте. Скажите, а где гардероб вашей супруги? Гардероб? Зачем? Ну, человек, когда уезжает, обычно берет с собой личные вещи. Прошу. Посмотрите внимательно. Из спальни ничего не исчезло? Да нет, вроде бы все на месте. Да, спальню она обставляла в своем вкусе. Так, и здесь вроде бы все на месте. Украшения, драгоценности. Все здесь. Вот только не вижу ожерелья из жемчуга с подвеской. Она его очень любит и часто надевает. Угу. А где ваша супруга хранит косметику? В ванной. Ну, пойдемте, покажете. Вахрушев! Посмотрите, чего-нибудь не хватает? Да мне трудно определить. Видите ли, год назад мы разъехались, и я живу отдельно, за городом. Все эти женские штучки с одеждой как-то проще. А это что такое? Где? Да вот. Представления не имею. Грязь. А похоже на засохшую кровь. Да что вы? Откуда здесь кровь? Значит, с женой вы живете врозь? Да. Что вы можете рассказать о ее теперешнем образе жизни? Как бы это так сказать? Помягче. Легкомысленный. А поконкретней? Понимаете... Она обожает мужское внимание, охотно принимает ухаживание, часто отвечает взаимностью, я бы сказал, слишком часто. Да. И где же вы нашли такую жену? Когда я только начинал свое дело, она работала продавщицей моей палатки на рынке. Вы встречались после разъезда? Почти каждый день. Зачем? Забыть ее не могли? Да нет. Встречались в офисе, где она работает, с момента основания моей фирмы. Понимаете, она ведь очень толковый экономист. Вела бухгалтерию, составляла контракты. Конечно, я мог ее уволить, но я боялся, что это скажется на состоянии дел. А чем вы занимаетесь? Парфюм, мелкооптовая торговля, фирма «Нарцисс». Ладно, давайте ее фотографию, поедете с нами в отдел, оформим остальные документы. Угу. Выберите сами. Ну вот, вот эти, пожалуй, подойдут. Толя, на это стоит посмотреть.
Нифига себе. Находочка. Что это? Откуда он здесь? А вот это у вас хотелось бы спросить. Нет, не знаю. Вань, давай звони, вызывай экспертов. Ну что там? Ну, могу только приблизительно прикинуть. Загорает он здесь не меньше 10 дней. Умер от чего? Видимых повреждений нет. Целехонький. Ну, как говорится, вскрытие покажет. Документов нет. На кармане только ключ. Так, 4 ходки в зону, одна из них по малолетке. И еще на спине у него наколка. Сидел по статье за грабеж. Не густо. А вот и участковый. Здорово. Здорово. Да. Соловейчик, Вячеслав Андреевич. Угу. Кличка Паровоз, 41 год. Из них ни одного дня не работал. Проживает, вернее, проживал в этом же доме, в первом подъезде, квартира 12. А может, заодно известно, кто его извалил? Ну, вот этого сказать не смогу. Хотя, по моим сведениям, желающих было предостаточно. Жаль. А как он сюда попал? Тоже неизвестно. Вы слишком многого от меня хотите. А вы у хозяина спрашиваете. Кстати, где он? Да он, по-моему, на кухне. Ему плохо стало, когда труп увидел. Понятно. Вань! Да? Сходи наверх к соседям, может, выясни чего. Угу. Простите, можно попросить его прекратить? Просто ничего не слышно. Крещук! Крещук! Ну, дай с товарищами с милиции поговорить. Балакает. Ну, работаем мы здесь как положено, только в будни, только в рабочие часы, с 9 до 5. А если соседи жалуются, то напрасно. Нет, никто не жалуется, просто мне нужно выяснить, что вам известно о нижних соседях. А что нам известно? Да ничего. А те, которые справа, те приходили. Верхние тоже приходили, грозились участковым. Нижние... не приходили. А давно здесь работаете? Да вторую неделю. Разрешение на перепланировку у нас имеется. Могу показать. Нет, спасибо. Не надо. Скажите, а на ночь кто-нибудь остается? На ночь? Да у нас здесь материальные ценности. Паркет дубовый, сантехника импортная, инструмент дорогой, немецкий. Да вот Грещук у нас здесь вот ночует, у него раскладушка на кухне. Угу. Простите, что вы можете сказать о нижних соседях? Да что я могу сказать? Добрые люди. А вы их знаете? Ты что, снизу? Угу. Да не, если не скандалю, так как я их узнаю? А какой-то шум, посторонние звуки? Ну, вечером или ночью, когда тихо? Да не, ничего не чути, все тихо. Как умерли. Это точно. Спасибо. Значит, вы не знаете, как Соловейчик попал в вашу квартиру? Совершенно не понимаю. Ну, его-то самого вы знаете? Видел пару раз среди местных алкашей, но знаком не был. Угу. Ваша жена была с ним знакома? Вряд ли. Знаете, поговорили, что этот тип уголовник. Его все побаивались. Ну, что там с соседями? Да и соседей-то почти нет. Внизу офис какой-то, а наверху квартира расселена, сейчас капитальный ремонт. Угу. Ну что, пройдемся по историческим местам, где бывал покойный. А вы пока посидите тут, соберитесь с мыслями и, может, еще что-нибудь важное вспомните. А знаете что? Я вот как раз и вспомнил. Некоторое время назад у нее появилась связь с человеком, который показался мне крайне подозрительным. Так, рассказывайте. Перед отъездом я заехал сюда.
взять кое-какие вещи. Вот тогда и увидел его. Подождите, он что, в гостях у вашей жены был? Да нет, я открыл дверь своим ключом. Тамары не было. А этот тип развалился на диване и смотрел телевизор. Как он выглядел? Можете описать? Такой смуглый, горбоносый, с усами, кавказской наружности. Он сразу показался мне подозрительным. Вскочил, набросился на меня, заорал, какого черта, мол, я врываюсь. Я ему объяснил, что эта квартира не только Тамары, но и моя. Я тоже здесь прописан. А он меня вытолкнул на площадку и грозился убить. Ну и что дальше? Ничего. Мы вылетели. Я вылетел на Карибы. Вы сказали «мы». Не один вылетели? Ну, это она, сотрудница моей фирмы, Надюша, Надежда Полякова, юрисконсульт. Мы вместе, понимаете, как бы это так сказать? Ну, ладно, все ясно. Завтра зайдете в райотдел, в уголовный розыск, спросите Дукалиса или соратника. Угу. Будем составлять фоторобот Горбоносова. Договорились? Да. Да, и вот что еще. Пожалуйста, из города никуда не уезжайте. Хорошо. Обязательно зайду. Всего доброго. До свидания. Вань. Смотри, может, он нам что-нибудь про паровозы расскажет? А ну, подойдем. Мы сейчас. О, мужики! А что, уже строится, что ли? Сейчас я сбегаю. Сгоняю сейчас. Сбьешь, гоняла. Ну, не хочете, а хочете. Иду, иду. Ишь, раззвонились. Делать мне нечего всякой швали дверь открывать, ведь ни одна зараза не откроет. Нашли швейцара. Вам кого? Здравствуйте. Мы из милиции. К Словечику. Соловейчику. Паровоза, что ли? Да нету его. Сгинул. Чертям собачьим. Век бы его не видеть. Ну, это вы правильно подметили. А вы комнату его не покажете? Господи, надоело уже указывать. Понадобился всем, а? То к телефону зовут без конца, то покажи всем. Вон его апартамент. Ага, спасибо. Гражданочка. Гражданочка. Нам надо внутрь попасть. Угу. Вот. И если вот ключ не подойдет... Ломать будем. Так что попрошу вас поприсутствовать. Че ее ломать-то? Она никогда не закрывалась. Замка отродясь не было выломан. И все-таки поприсутствуйте. Интересно с вами пообщаться. Прям скажете. Да, и если можно, найдите пару соседей. Хорошо? Ну хорошо, я посмотрю, если есть кто дома. Да... Сразу видно, покойный вел спартанский образ жизни. Покойный? Отпрыгался, что ли, паровоз? Господи, прости меня грешную. И как же он жил, если у него даже посуды нет? Вот так и жил. Все, что понадобится, у нас на коммунальной кухне тянул. Зазеваешься, оставишь сковородку без пригляда, глянь, а он же гадость с ней свою какую-нибудь жарит. Да, не очень вы жаловали соседа. А за что его жаловать-то, а? От него одно беспокойство. Натащит своих собутыльников, бухает тут целыми сутками. Потом в коридоре поймает, начинает за задницу щипать. Или драку какую-нибудь учинит. Да все соседи молились, чтобы его или посадили обратно, или загнулся. Это Господь, видимо, внял нашим молитвам. Угу, понятно. А вы сказали,
что им кто-то интересовался до нашего прихода. Да всем что-то он в последнее время понадобился. Где паровоз? Чего паровоз? Ага. И кому же? Ну, мужик какой-то по телефону звонил. Потом мужики какие-то приходили. Ну, серьезные такие, в кожаных пинжаках. Кстати, тоже сюда заглядывали в комнату и осматривали. Сказали, что позвонила, когда появится, иначе голову отвернут. Когда приходили? Ну, дней 5 тому. А номер, по которому звонить, оставили? Ну да, там, в коридоре, у телефона, на стенке записан. Обратили внимание, прежде всего. Ну нет! Меня так просто не возьмешь! Наркотики были спрятаны здесь. Я сам видел. Ух ты! Смотри-ка, какая красивая полянка! Да! А вот здесь будет наш огородик. Какой? Мы посадим цветочки! А какие цветочки? Красивые! Красивые? Да. Как здорово! И... Здрасте, Анатолий Валентинович! Здорово! Хорошо, что успел застать вас! Ты что, не понял? Зачем мне это? Это не вам. Это нужно поставить в воду, чтобы не завяли. У меня такая новость, вы не представляете. Идемте на кухню, сейчас все расскажу. Идем. Идемте, идемте. Ну давай, не тяни, говори. Сейчас, сейчас, Анатолий Валентинович. Ну? Со скорым прибавлением в вашем роду, Анатолий Валентинович. Подожди, подожди. С каким еще прибавлением? Ребенок у нас с Наташкой будет. Серьезно? Еще как. Сегодня Наташка мне сказала под большим секретом. Но чтобы никому. Но я не удержался. Ну, надо же с кем-то поделиться. Ну, да и отметить. Вот я и к вам. Да. Нет, ну, надо же. Нужно теперь жизнь кардинально менять. Пацан подрастет. Спросит у него другие пацаны. А кто твой папа? Ну, что бы вот он сейчас бы ответил? Так, в автосервисе на подхвате. Ну, это ж не дело. Ну? Вот устроюсь крутую компанию, сделаю себе карьеру, куплю крутую тачку и буду пацана своего на машине в школу подвозить, а? Совсем же другое дело. Нравится вам ход моих мыслей? Ну, ход твоих мыслей мне нравится. Слушай, а на каком месяце беременности Наташка, а? Я не знаю. По-моему, в самом начале. Но то бы раньше сказала. Тогда с чего ты решил, что я пацан? Ведь и другие варианты бывают. Ну да. Девчонка тоже хорошо. Подрастет, будет парням головы крутить. Да. Да. Это они умеют. Их учить не надо. А мне вот с женщинами крупно не везет. Да ладно прибедняться, Анатолий Валентинович. При вашем-то имидже. А какой у меня имидж? Да видно какой. Со всех сторон положительный. Угу. Да что толку? Вот познакомлюсь, угу. Завяжу отношения. Угу. А потом... Знаешь, я их до конца не понимаю. Угу. Хрупкие какие-то. Обидеть боюсь. Да я и не знаю, чего они хотят. Да ясно, чего хотят. Все ж как одна. Ну и чего? Да замуж хотят, вот и все. Да я мог бы и жениться. Вы, наверное, все-таки ответственности боитесь, Анатолий Валентинович. Да ничего, не боюсь. А ты вот сам, почему не женишься на Наташке, а? Так теперь и женюсь. Я уже все решил.
У парня должна быть настоящая, полноценная семья. Чтобы мама, папа, чтоб все как у людей. Сам-то я без отца рос. Знаю, как это. Ну, что там? Готово? Готово. Ты, конечно, будешь смеяться, но умер твой клиент от дозы клофелина. Ага. Уже умираю от смеха. Передозировка? Да нет. Нормальному мужику такая доза была бы без последствий. Но у покойного было довольно-таки слабенькое здоровье. Плохо залеченный туберкулез, проблемы с сосудами. Так что клофелин только спровоцировал спазм. И все, ту-ту, приехал паровозик. А пятна в ванной, которые обнаружил Вадик? А, сейчас. Вот, результаты анализа. Ага. Вторая группа, резус отрицательный. Соловейчика? Ты, конечно, будешь смеяться, но не его. У Соловейчика первая группа. Так что, Вань, придется тебе сгонять в поликлинику и выяснить группу крови Вахушки. Понял? Ну, все, давай. В квартире Вахрушевой, судя по всему, было совершено двойное убийство. Кроме Соловейчика, предположительно, убита и хозяйка квартиры Вахрушева Тамара. Правда, тело пока еще не найдено, но следы крови, обнаруженные в ванной, по группе и резусу совпадают с данными Вахрушевой. Также настораживает то, что отпечатки пальцев в квартире тщательно вытерты. А что делал в квартире этот Соловейчик? Скорее всего, у него было любовное свидание с хозяйкой квартиры, потому что ключ, найденный в кармане у брюк, оказался в квартире Вахрушевой. А муж? Ревность как мотив рассматривали? Ну, у мужа есть алиби. Его вообще не было в стране. Но кому же тогда могла помешать эта парочка? На ограбление не похоже? Нет, отпадает. По свидетельству Вахрушева, ничего ценного из квартиры не пропало. Так, выходит, и зацепиться не за что. Ну почему? Есть кое-что. По утверждению мужа, у его жены появился очередной любовник. А сам Соловейчик? Ну, я имею в виду родственники, жена. Да какая там жена? Соловейчик тот еще тип. Общий срок отсидки 12 лет. Участвовал в двух вооруженных ограблениях. Всю вину брал на себя, скорее всего, не бескорыстно. За что и получил, погонял паровоз. Кстати, его разыскивали люди Сизова. Мы пробили телефон, который не оставили соседки Соловейчика. Это мобильный покемона, человека Сизова. Да, но есть одно но. Дело в том, что они искали паровоза после его смерти. Значит, скорее всего, Сизов никакого отношения к убийству не имеет. Но это только лишь твое предположение. Надо все проверить еще раз. В том числе и алиби мужа пропавшей. Андрей, мы этим и занимаемся. Так, Толь, завтра Юрия Саныча не будет. Простудился. Я с утра вместо него в главк. Так что вы давайте. Не тяните, действуйте. А с Сизом я знаком по старым делам, так что я беру его на себя. Сейчас подойдет Вахрушев, будем делать фоторобот любовника его жены. Вот и отлично. В другой раз. Зря отказываюсь, Васильич. Классный хреновина. Да нет, Сизый, давай потом. Сначала по паровозу. А что по паровозу? Он одному моему пацану 5 кусков в зелени в секу проиграл. И вообще этот паровоз беспредельщик и отморозок. Строит из себя авторитет. А какой авторитет? Так, шмыгало дешевое. А ты сам с ним встречался? Ну, по поводу долга. Я? Мне западло с такими встречаться. Угу. Покемон с ним говорил. Так, без нажима почти. Долги отдавать надо.
Этот паровоз на коленях ползал. Просил на счетчик не ставить. Обещал через неделю отдать, а сам и скинулся. Вчера узнали, замочили его. От кого узнали? Так от ваших же узнали, от кого же еще. Я тебе так скажу. Туда ему дорога этому паровозу. Таких еще в роддоме давить надо. Так, теперь брови. Какие? Брови такие черные, густые, к переносице сходятся. Такие? Похожи, знаете, похожи. Угу. А может такие? А вот-вот точно, вот эти, пожалуй, больше подходят. Усы. Усы. Усы тоже были такие черные, густые. Вот эти? Пожалуй, похожи, да. Угу. Похож? Похож. Как вы сказали, Вахрушев Николай Павлович? Да-да, совершенно верно. Вот, пожалуйста. В составе группы вылетел на Карибы 9 числа. Паспортный контроль, все верно. 9 числа был встречен нашим представителем и размещен на борту теплохода каюта Б-216. Двухместная. Никаких задержек, отмен опозданий? Нет-нет, все четко по плану. А вы сказали двухместная. Кто второй? Сейчас. Полякова Надежда Федоровна. И снова привет. Привет. Ну что, Вахрушев отмотал весь срок Карибского рая по полной. Так что алиби у него 100%. 2 недели в одной каюте вместе с Поляковой. Что и следовало ожидать. Этот кролик не то что с женой, но и муху не прихлопнет. Вань, придется тебе с этой Поляковой поговорить. Хорошо. Вахрушева занималась бухгалтерией. А бухгалтеры находятся на втором месте в списке опасных профессий после альпинистов. Вань, может, на работе проверить? А я уже проверил. Ну, что могу сказать? Активы фирмы очень средние. На уровне хорошей булочной. Поэтому я так думаю, вряд ли кто-то пошел бы на убийство ради таких денег. Кого-то этот тип мне напоминает. Не могу вспомнить. Где же я его видел? Можно посмотрю? Ну, бери. Знаешь, кого напоминает? Кого? Товарища Сахова из «Кавказской пленницы». Ну, точно. Те же брови, глаза, усы. Слушай, точно. Так и будем патрулей ориентировать на товарища Сахова. Да, мутная история получается. А по-моему, ничего мутного нет. Вахрушева уединяется вместе с паровозом для интима. Там их застукивает любовник, все просто. А если это интим, чего они ему дверь открыли? Ну, не знаю, может, у него свой ключ есть. Слушайте, а почему мы решили, что Вахрушева убита? Кто-нибудь видел ее труп? А следы крови на кафеле? Совпадают по всем параметрам. Ну, совпадают. А может, ее этот любовник и одел за что-нибудь? Угу. Ну, там нос разбил или руку поцарапал. А потом, чтобы вину загладить, организовал совместный отдых, ну, где-нибудь на Мальдивах. Я уже проверил. Вахрушева границу не пересекала. Ну, хорошо. Не на Мальдивах. В какой-нибудь занюховке. В доме отдыха с охотой, с катанием на тройке с бубенцами. Толя. Ну, сейчас это модно. Надо бы еще раз квартиру Вахрушева проверить. Да брось ты, Вань, брось. Сходи, Вань. Шерлок Холмса играет. Сиди, сиди. Я же не Юрий Саныч. Одна маленькая, но очень гордая птичка. Здравствуйте. Здравствуйте, я смотрю, все в сборе. Работаем, товарищ начальник. Фоторобот уже составили. Готовим ее к тиражированию. У меня новость. Хорошая, плохая? Хорошая, Вань, хорошая. Я только что из главка. А новость следующая. Ты у нас, Ваня, теперь старший.
лейтенант-соратник. Серьезно? Ура! Поздравляю. Это надо отметить! Ваня, себя мечтайте, а? Ну, само собой, разумеется. Завтра все ко мне, мам пирогов печет. Мои любименькие, прощай, диета. Все. Работаем, работаем. Ой, зануда. Слушай, я тебя когда-нибудь о чем-нибудь так просил? Вань, ну что ты как маленький? Я тебя умоляю! Ну что умоляю, Вань? Это же не игрушка. Это аппаратура, дорогостоящая. Понятно. Я тебе дам, а мне прокуратура голову снесет. Ну хочешь, на колени встану? Перестань. Значит, договорились. Одна нога здесь, другая там. Вань, ты мертвого уговоришь. Штучка дорогостоящая. Понятно. Спасибо. С меня причитается. Зря ты все это затеял. Вань, у твоей мамы салаты, наверное, уже готовы. Пироги стынут, а ты меня сюда притащил. Ну, мы по-быстрому. Да. Да я уверен, что мы сюда бестолку приперлись. Ну, и? Посмотрим, посмотрим. Ну, что ты там притащил? Толь, 21 век на дворе, а мы все по старинке нюхаем, щупаем. Вот, в техническом отделе выпросил. Стоит посветить, и даже микроскопические частицы крови видно. Микроскопические, говоришь? Ну-ну. Ну, нужно только подключить, настроить. Угу. Иди, Вань, давай, иди. Вань, а мои любимые пироги с яблоками будут, а? Будут. Вань, ну долго ты там? Толя, Толь, что-то странное. Нифига себе. А что это? Похоже, кровь. Она что, кровяные ванны принимала? А ну-ка, посиди на стену. Теперь на пол. Так, ничего нет. Одно из двух. Или врет твой прибор, или... Если бы ее здесь убивали, то пятна наверняка бы и на полу остались. А? А если не только убивали? Достань ориентировочку. Так вот. Гражданин, минуточку. Сержант Сидоренко, документики предъявите. Святой Георгий, ну сколько можно, а? Спокойно, гражданин, спокойно. Сказано вам, документики. Да не я это, не я. А кто ты? Я не тот, кого вы ищете. А откуда вы знаете, кого мы ищем? Слушай, ну пятый раз же останавливаете, да? А что вы хотите? Усы черные, брови сросшиеся. Все как в ориентировке. Сбрею. Вот приду домой, усы сбрею. Разберемся. Брови сбрею. Ну что вы от меня еще хотите? Волосы черные, да? Голову сбрею, дайте только домой добраться. Спокойно, гражданин, спокойно. Ну что, Вань, за твою звездочку. Ой-ой-ой. Оп. Ну? Давай, Андрей, произнеси напутствие. Нет, Толь, все напутствия, которые можно было произнести, вы уже слышали от Юрия Саныча. Ну а что сказать про Ваню? Он каким профессионалом стал. Давайте лучше маму послушаем. Знаете, ой, вот жили мы с Ваней вдвоем. Вот порой грустила, думала. Вот такая у нас маленькая семья. Без мужчины в доме парень вырос. Мам. Ну, а теперь вы
одна команда. Стали для него большой семьей. За нашу команду? За команду. За команду. Да. Ура! За тебя, ура! Ура! Да, ура! 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 Юрий Александрович. Алло. Здравствуйте, Юрий Александрович. Спасибо большое, спасибо. Ну да. А мы что? Мы ничего, вот сидим здесь, немножко отмечаем. Спасибо большое. Ну, Юрий Александрович, вы же знаете, если б не вы, не ребята. Юрий Александрович, выздоравливайте побыстрее, пожалуйста. А то ведь без вас в отделе как-то... Ну, не так. Да, конечно. Еще раз спасибо. Обязательно. Все. От Юрия Александровича всем большой привет. За мухомора! Ура! 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 Стоп, стоп. Нормально. Ну что, Петрович, начинаем? Начинай. Стой! Ну, чё там? Эй, мужики! Смотрите, что нашел! Ну, что ты там нашел? Юный натуралист. Осторожно тут. О! Принимай! Так, аккуратно, аккуратно. Мужики, а вдруг тут бомба? Да нет, Петрович, какая бомба? Давай посмотрим. Ну, давай, давай, посмотрим. Ой, ё-моё! Ну, что там, мужики? Коля, звони в милицию. Давай, звони. Алло, милиция? Примите сообщение. На стройплощадке найдена сумка с расчлененным трупом. Адрес? Восточный переулок, дом 8. Да откуда я знаю, с чьим? Сейчас подъедут.